Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Ранее у меня на канале выходило уже два видео о блокчейн-проекте Flux Protocol. Ну и в прошлом видео я упомянул о такой важной вещи, как токены FLX и FluxDAO, которые играют важную роль в обеспечении безопасности Flux Protocol. Собственно, этой теме и будет посвящено мое новое видео. Однако перед началом напомню, что Flux Protocol – это не просто очередной DeFi проект, а крайне мощный и многофункциональный блокчейн Oracle, который работает одновременно в нескольких сетях. Точнее, будет работать, ведь в данный момент Flux Protocol находится еще на стадии разработки и пока что функционирует только в режиме тестнета. Собственно, поэтому и токены FLX в данный момент нигде не торгуются, и даже на распродаже купить их нельзя. Команда уже провела успешный раунд финансирования среди частных инвесторов, в ходе которого они собрали 10 миллионов долларов, поэтому в ближайшее время распродажи FLX не планируется. Если сейчас протокол Flux работает в тестовом режиме без использования FLX, то после официального релиза данные токены будут играть очень важную роль в проекте. Токены FLX будут использоваться для обеспечения безопасности протокола и будут служить гарантом того, что передаваемые Oracle Flux Protocol данные являются надежными. Достигаться это будет за счет механизма стейкинга, но Flux Protocol он будет реализован не совсем обычным образом. Во-первых, размер стейка FLX, необходимый для установления валидатором, будет динамическим. FluxDAO будет регулярно балансировать размер стейка, чтобы значение ТВС, то есть общая сумма ставок всех валидаторов, составляло примерно 1/5 долю от капитализации всех токенов FLX. Это делается для того, чтобы убыток потенциального мошенника, решившего передать неверные данные через Oracle Flux Protocol, был больше, чем его возможная выгода. Однако создатели Flux Protocol понимают, что существуют люди, которые даже несмотря на возможные убытки, захотят провести атаку на протокол Flux. Поэтому еще одним механизмом защиты у них будет являться таймлоки и механизм оспаривания. Для каждого запроса данных клиенты Oracle Flux Protocol могут настроить временный интервал для проверки результата, полученный Oracle. И при этом валидаторы будут отслеживать все запросы данных в полностью автоматическом режиме, осуществляя дополнительную проверку достоверности этих данных. Если в ходе такой перепроверки обнаружена недостоверная информация, то она может быть оспорена другим валидатором. Для этого он должен будет поставить свой токен на результат, который он считает правильным, в соответствии с данными IP и своего собственного ответа. Если окажется, что оспариваемые данные будут мошенническими, то злоумышленник будет оштрафован, а бдительный и честный валидатор наоборот получит дополнительную награду. И все это еще не считая того, что токены FLX будут необходимы для голосования членами FluxDAO, которые будут определять размер стейка и комиссии в сети, а также вносить в белый список адреса смарт-контрактов клиентов Flux Protocol, которым разрешен доступ на запросы данных у оракулов. Да, я понимаю, что все эти технические детали звучат довольно сложно. Однако не стоит пугаться, ведь после своего релиза Flux Protocol будет работать по модели, напоминающей Delegated Proof of Stake. То есть пользователи смогут просто делегировать свои токены FLX полноценному валидатору и получать за это часть его наград на полном пассиве, при этом самостоятельно не занимаясь работой по проверке и обработке данных. Но все это будет доступно только в будущем, после того, как запустят Flux Protocol и запуск в оборот его токенов FLX, которые пока что нельзя нигде купить. Ну и чтобы не пропустить момент запуска Flux Protocol, подписывайтесь на мой канал, ведь я буду именно стараться всегда оперативно освещать новости данного проекта. Все ссылочки вы, как обычно, найдете в описании под данным видео. Ну а у меня на этом все. Я желаю вам большого профита и всем пока!